В столице рано утром произошел взрыв возле офиса полетел национальный корпус. Обошлось без жертв. В результате обстрела обгорела стена первого этажа здания и поврежден забор. Напомню, неделю ранее в самом помещении офиса нацкорпуса нашли самодельную тротиловую взрывчатку. Ее обнаружили взрывотехники, прибывшие по вызову после того, как поступило сообщение о возможном заминировании здания.